Добрый день, друзья. Что ж, мы возвращаемся в игру Тузы и Приключения. В прошлый раз мы разблокировали нового героя и новый режим. Давайте посмотрим, как у нас будет играться новый герой, и пройдем им уже знакомые нам две главы. Назим. The first breath of a trail, a pilgrim. Who are you? I have seen your end. Что у нас есть? Снежная буря. Оглушите всех врагов, нанесите им 2 единицы урона. За 2 пики и карту. Дорого, но 2 единицы урона в целом неплохо. Взять 3 способности. Давайте оглушим снежная буря. Давайте даже дамой. Он оглушен. У него король. Ах он. Хитрюля. Давайте дважды несем урон. Так, берем способность вместо атаки. Ну окей. Ну, в принципе, от мага так ожидалось, что он будет сильно действовать со своей колодой. Снимайте, мы давайте начнем, наверное, с двух двоек. Давайте с двух двоек начнем. Так, нет, даму пока оставим. Для защиты. У него одна дама. Так, к сожалению, две дамы сейчас разыграть не выйдет, потому что мы сейчас для защиты. The stars are in alignment. Так, взяли способности. Можем сделать дикую масть, но у нас 5-6-9 дама. Это как бы такое. That cannot affect anyone. Возьмите способность вместо атаки. That hand will not work. А почему у нас раскопка не хочет работать? Ладно, давай мы такое. What a curious creature. Ah, yes. Now I remember. Мана Дилвианец. Плюс 1 к максимальному количеству игральных карт, а максимальному количеству способностей. Да? Больше карт, больше выборов. I have seen your end. Так, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Вот если бы было... дикая мазь тоже хороша. Давайте-ка возьмем дикую мазь на пятерочку. И у нас есть 5 карт, которые может и что-нибудь червы. Так, огонь, 2 единички урона врагу. 4, 5, 6, 8. Хотя это было не обязательно, у нас там с двойкой хватает. Давай тебе. My lion's roar. Ну и огонь. Дама. I wield a menagerie of elements. Так, 2 десятки. The path from potential to power. Wisdom is its own reward. And now, Matej, and should you serve, but be warned. A white tree. My power is ancient. У нас увеличивается урон от способностей. Это интересно. Так. Оглушить всех врагов и нанести им 2 единички урона. Давайте. Так, 3 по идее должны быть. Да, больше? Да. Все, они оглушены. Теперь можем единичку урона. Давай тебе. Все. I know where to dig. Тянем еще способность. Завершаем. I have seen your end. Ну, давайте 2 валета. A strange man leads against us. Так, у нас куча способностей, поэтому можем взять себе и бонус к
к нападению. И даже бонус в защите можем взять. Туз в Джокер превратить. Может быть неплохо. Давайте пока так скинем. И можем даже восстановить 4 здоровья и получить щит, но пока нам это не надо. A timid path. This wall was the witch ape. The other road. There is something. Take the most direct path. Пойдемте коротким путем. You come upon a camp. The stars are in alignment. Два короля. А у меня два туза есть. Так, он лечит. Валет. Ну, с валетом давай так. My power is ancient. Дважды сетью единичку урона случайному врагу, это хорошо. Но мы сперва используем три семерки на тебя. А теперь... Точно, у нас урон увеличен, надо не забывать. Что дважды ничего урона, в наш случае дважды два урона. You cannot identify the meat roasting. There are many. I've learned a new spell. Стоимость активации уменьшается на одну карту, это хорошо. The sun sets. Мы теперь могучий волшебник. Stones stand like. Prepare yourself. Так, возьмем три карты. Можем нанести три урона. Давай три карты. И чё? Как-то не взяли мы три карты. Не приятно. Подбёрт. Меня же. Как тебе вот такое? Так, король-король. У меня 6-6 есть. Ну давай пока 5-10. Это нехорошо. Это нехорошо, но это есть. Дикомазь нам сейчас не сильно нужна. Давайте фулл хаус. Фулл хаус-то он меня отобьет. И разыгрываем огненный шар. Мы получили достижение остаться в живых. С одним очком здоровья использовали тройку в бою. Вот. Новинка. Плюс 20 маны. Остались живы с единичкой здоровья. Занозимов прошли. Флэш использовали. Фулл хаус использовали. A wizard is never late. Ранг S. Есть. Для волшебника улучшенная ледяная стрела в пике валеты выше. Сверхновая. Это усиление носит 5 урона всем врагам в начале моего хода и сбрасывается. Разрыв. Ты атакующий носит урон моим щитам и несу на 3 единичку урона. Окей. Останки. О, доспехи мага. Улучшенные. Плюс один к защите, получаем урон от способностей. Уменьшается на единичку. Ледяной барьер. О, улучшенный остаточный образ. Аж плюс 2. Берем сверхлимита 5 верхних карт. Чтобы что-нибудь мощное камень собрать. И ядовитая граната. Оглушите врага и цели рядом с ним. Хорошо, когда у нас 3 врага против нас идет. На этом до его ночи рева пламени. Ибжа. Или может хотим... Да, погнали, Ибжа. Это же колоды. I have unearthed the secrets beneath the sand. Ну,
потом уже будем повышать его уровень. Смотрите. The mist halts at the mouth of the strange silhouette. My power is ancient. Тут все хорошо, был бы у нас валет. Давайте. Let's dig a little deeper. Включать свет это хорошо, но так, мы же вместо атаки взяли. I cannot attack again this round. I wield a menagerie. Они вышли из замешательства. Так, два урона врагу можно нанести огнем. Нет тебя. I cannot attack again this round. Так, больше нету. Десятка. Два десятка. Две дамы прибережем. Десятка. Здесь уже даму лучше разыграй, да? Давай даму разыграем. Причем красная. Масти у нас есть. Так, возможность оглушить всех и нанести им 2 единички урона. Еще можем пробовать разыграть вот так, чтобы у нас 2 шестерки остались на следующий бой. Truth can be magic when found. Повышаем уровень, больше игральных карт, больше способностей, больше выбора. You plunge through a whoever gouged the stone from pitiful figures shamble from behind the pillar. Ah, the stars are in alignment. Так, дикую масть пока, наверное, не надо. Два урона отменить, чтобы он не оживлялся. Так, ну нам 2 шестерки понадобятся, например, чтобы тебя ударить на 2. Вот это беда. Хорош. Ладно. Причем 2 трефа нужны здесь. Давайте возьмем 3 способности. Может, там что-то хорошее. Возможно, взять 3 карты. Взяли. Карты неплохие. Так, 3 урона. Чай-черп не хватает на 3 урона всем. Так, надо 2 черва. Слушай, ну это... Смотри, теперь... Вот это черва. A simple cantrip. Тогда мы можем 3 урона всем врагам. Разобрались. У нас 2 пары на руке. Так, что мы возьмем? Руническое оружие? Чтобы при атаках лечиться. The power offered by the blade appears difficult to let go. Safer to leave it and rest the ruined weapons. Astounding. In the chamber beyond, beyond the mural, a masterwork of art. Reach out for the jaw snaps shut. Атакует на 2 дамы. Дикая масть нам сейчас не поможет. Давай, так. My power is ancient. Так, тут сможем Джокера превратить, тогда у нас будет Full House. Тогда у нас будет Full House. Давай, тут Джокер. The mana is flowing. 2, 2, 3, 3, 3. Full House. My lion. Отличились. Так, дикая масть нам нужна? Да так нет. Выбираем карты. 2 туза, у нас 2 восьмерки. Дикая масть нам сейчас не поможет. Ладно, давай 5-7. Покажи. Так. Дикая масть это неплохо. Но у нас убрали комбинацию 2 пары. Поэтому давай 2 девятки. Или 2 восьмерки взять. Давай 2 девятки. Дикая масть нам сейчас все еще не нужна. Забираем. 2 тройки. Отлично, у нас 2 четверки есть. Так. Взять способность сверхлимита? Нет. Способность сверхлимита это хорошо. Вот эти получим силу. Способности увеличим. A doorway gleams. The merchant from the... Так, у нас 4 способности. Мы можем взять бонус к защите. Так, но
взять подпитку, чтобы восстановить здоровье, нам надо. Плюс один к нападению. В принципе, при защите от моих атак он будет меньше защищаться. А тут... при нападении на меня будет меньше брать карт. Допустим, при нападении на меня возьмет меньше карт. И берет тебя. Acceptable. A narrow footway. Three flickers. I wield a menagerie of elements. Так, два урона врагу хорошо, давайте купим. Так, должны забросить три карты. У нас два туза, две восьмерки. Либо 6, 7, 8, 10. Такое. 2, 4, 6, 7. Сбросим пока. Два туза, две восьмерки. Так, у нас урон способности 3 урона наносит. Давай 8-8 тогда. Два туза оставим на защиту. Он 8-7. Так, лечимся. Урон в тебя же. Минус 1. Вкус. Ладно, давайте туза будем защищаться. Причем, наверное, вот этим. Может быть, мы сможем. Еще один туз. Я то думал, мы сможем флеш набрать. Ладно, защищаемся. I have seen your end. Снова у нас есть две пары. Давайте, может, щит получим. I make my own refuge. Так, сейчас у нас одна пара. Давай так. У него теперь 4. Побеждаем. Лечимся. Хорошо. Король. У нас свой король есть. Восьмерка. Девятка отбивается. The stars are in alignment. Так, можем 3 урона всем. То есть не 3, а 4 урона всем врагам. Давайте так и сделаем. Волшебник, нам лучше использовать способности. Так, повышаем уровень. Отлично, стоимость активации наших способностей уменьшилась. Уже финальный босс. Давайте бесплатно. Отлично, мы его оглушили. Замечательно, тогда давайте восьмерками атакуем. Или не восьмерками, королями. Давайте королями. Восьмерками сейчас атаковать не можем, потому что мы уже атаковали. The stars are in alignment. Продолжаем. В этот раз не оглушили. Просто у нас есть также две восьмерки. Давай посмотрим. А у тебя два туза. Ухитрил, ухитрил. Ладно. Что у тебя в балет? Дама. 3, 5, 6, 7. Так, два урона в первый раз. И давай тузом, наверное. Да, давай тузом. Есть, у него пара шестерок. Prepare yourself. Deliverance. Stairs spot. Hours later. Первое прохождение уникальное. Занозимо прошли, 50 маны получили. Остались живых с 1 единичкой здоровья. Full House использовали. И снова рейтинг S. И нам даже дали достижение. Нет, пока еще не дали. Мы идем по прогрессу в достижении. Носить рейтинга S во всех весенних встречах. Граната, ледяная волна, вспышка озарения, полная концентрация и головокружительный удар. Окей? Так, а на следующий уровень нам уже не хватает. Так, получаем карты. Доспехи мага, карточный фокус, две карты. Получают дикую масть. Удобно.
Ледяная сфера. 2 единички урона врагам рядом с ледяной сферой при ее сбросе или в начале ее хода, почему она помещается вправо на одну ячейку. О, улучшенный огненный шар есть. 5 урона всем врагам и 1 единичку урона себе. И рассветный рев позволяет нам взять 3 карты. Ну, отлично. Мы с вами ознакомились с новым героем. Давайте сделаем небольшой перерыв и посмотрим, возможно, на новый режим «Войны ветвей». Что такое весна? Это приключение мы с вами уже знаем. Что такое спираль Инвернуса? Тоже. Такой вот классический режим рогалика. Что же такое «Война ветвей»? Я пока не знаю. Но узнаем мы с вами совсем скоро. А пока большое спасибо за просмотр и увидимся.